Вода, видишь, течет. С того, наверное, ледника. Это вот это главный Кавказский хребет, да? По-моему, они тут все главные. Понимаешь, дело в том, что он сказал быть в 4, правильно? Да. Пол пятого. Если быть в 4... Не, он сказал пол четвертого, но 4 вот так. Если быть в 4, то сейчас мы вышли в 1, сейчас в час. 2 часа мы прошли. И до возвращения надо еще идти. То есть мы можем еще вниз легче спускаться. То есть минут 45 мы еще впереди. Вот тут их сколько? 4 уже, да? Вот это здесь еще рыбак. Ну что? Мы это сделали. Там явно еще что-то есть. Да где? Где-то. Ну это уже, видимо, султан или что-то такое.
пойдем скользко. Ну ладно, ну. Наверное, эти зеленые камни — это потоки воды, да? Происходят весной, представляю. Вот озеро Султана. Никакого ты не хочешь идти. Ну, у нас есть время? Там над ним, я смотрю, дождь над озером Султана. Да хватит придумать, я вам бы это сыграл. Так, ну где Султан? Султан. Сразу не будет пулять. Вот написано. Пойдем, а то сейчас громыхнет.
Да, султана не видно. Все сверху ляжет. Не ходили сегодня. Я его приблизила. Так, бегом тоже. Паузы, когда грохот будет, а он будет, это что-то я ищу. Ну, молния. Так я и знала.
Супер! Так, лучше здесь.